Ребята, всем привет, с вами Александр, легенды Дракономани, код дружбы 5B0F59, добавляйтесь, друзья, пишите свои коды дружбы в комментариях, если хотите найти себе друзей и побольше. Да, ну, друзья, эта штука полезная, они иногда просят помощи, можно помогать, вот как-то так, да. А еще можно отправлять им подарки, и они вам тоже могут отправлять подарки, в этом тоже есть большой плюс, а лишние подарки можно конвертировать в денежку. Так, сейчас это быстренько соберем. Так, что у нас там? Прошлое клановое событие мы, ребятки, с вами выиграли. Так, у нас идет сейчас вот. Ну, с этим у нас все время беда, вот именно с этим соревнованием. Так что, ну еще есть, ребятки, 3 дня, так что давайте подключайтесь. Так. Дайте драконам еду. Вот это я могу сделать сейчас. И заданицам мы выполнили. Так. И надо еще взять нам, что будет. Приласкать драконов это легко. Ну, на колдовскую мы еще пойдем. Так что пусть будет. Так. Кого мы сегодня качнем? Вот этого парня. Не знаю, поднебесный. По-моему, у меня его не было. Давайте его качнем сегодня. Ой, такой он крохотный. Зато ростит, рот открывается, как у Годзиллы. Ну, конечно же, на 20 уровень. Такой вот забавный дракон. А ну, ползи сюда. Блин. Да. Прикольный, да? Ну, классический китайский дракон с каким-то городом. Ну, это как у нас этот... на ките, на черепахе, да, все держится. У них все держится на драконе. На 20 уровне такие вот показатели. Ну, маловато золота. Как по мне, так, собрав целую коллекцию величественных статуй поднебесных драконов, тренер, увы, зачастую не может отличить их от настоящего дракона, когда дело доходит до тренировки. Ну, такая вот штука. Бывает. Так, и что, давайте будем мчаться на арену. Пойдем на арену. Так, а что-то еще хотел. Что-то еще хотел. Тарам-пам-пам. Так, что у нас здесь? Фермер участвуем. В яслях участвую. Да, близнецы. Вот, у меня никак не. Я сколько пытался вывести сиреневого, у меня не получилось. Я переключился на близнеца, не на этого, а на альфу. На вот этого. И что-то у меня тоже пока не получается. Осталось там 4 дня. Что-то мне кажется, что я пролетаю. Ну вот, огонь плюс весна, у меня такая комбинашка. Но что-то не получается. Так, этого давайте мы продадим. Так, эти ребята... О, мне опять попался этот дракон. Опять этот фарфор... Короче, фарфоровый дракончик попался опять. Черт подери. Так, а кто у нас недельный дракон? Недельный дракон... А, вот... Аксолотль. Аксолотль это, по-моему, такое настоящее существо, которое живет в пещерах. Оно белая прозрачная кожа. Чем-то оно, короче, с научной точки зрения очень интересно. Наверное, с точки зрения эволюции. Короче, есть такая штука. Вот, кстати, у нас еще тут один китайский дракончик гуляет. Так, а ну-ка давайте мы заберем сундучок. К сожалению, только обычный. Ну, 100 тысяч дали, и на том спасибо. Подходит, подходит, не подходит. Ну, ладно. Ну, помчались. Пусть себе идут там и следуют. Так, ну, мне кажется, чего-то вот мне кажется, что я что-то забываю.
Так, у меня, по-моему, сейчас 121 жилище. Давайте, максимальный лимит. 121 жилище у меня на 106 уровне. Ну, это благодаря всяких там усилениям покупным за 100 кристаллов, за 99. Еще расширений всяких. Ну, вот такое вот жилище, типа, жилище времени дает тоже плюс 1. Ну и прочая всякая лабуда. Вот, скажите, снова еще один китайский дракон-мудрец, или как там его зовут. Вот еще китайский дракон. Два китайских дракона. У нас тут целая тьма этих китайских драконов. Так. Ну что, помчались уже мы в нашу лигу. Нам желательно 3 победы. Надо было туда, в принципе, пойти. Там, где было минус 17. Так, это все крепкие какие-то. Вот 50-й. Ну, попробуем. Но мне кажется, что они тут все такие. А ну-ка, 50-й. Ну, это больно. 50-й. Ну, в принципе, мы-то посильнее все-таки. Ну так, 1/5 сняло с нас. Так, это 44-й. Сорок пятый, не, вроде все пока идет неплохо. Ну, даже хорошо. Тю. Все прошло как по маслу. Неплохие награды, 9 хороших осколков, вообще шикарные награды, я бы даже сказал. Так, о-о-о, вообще шикарно, там, идем, кто у нас туда пойдет? Листик. Листик туда у нас пойдет. Ну, давайте попробуем так. Так, все правильно, там ничего не напутал. Так, свистун. Так, Исида, или как там тебя? Ну, блин, вот это сегодня счастливое время. Еще один китайский дракон. Ну, в смысле, время хорошее, когда ты легко все проходишь. Так, ну и самый крепкий. Так, он меня за один удар не пробьет часом. Давайте, наверное, как-то так. Чтобы наверняка. Ну, наверное, исправился. Может и нет. Ну, так было надежнее. Так, давайте, хороший сундучок. Ну, великолепный осколочек был. И 13 божественных. Так, ну нам еще хотя бы один бы боечек. 55-й на все звезды. Давайте поищем. Вот, кстати, сюда надо было зайти. Минус 16. Ну, можно попытаться трабла взять. Так, на две стихии. Наверное, тут должно быть все в порядке. У него самый сильный дракон всего лишь двухстихийный. Вот это он. Давайте возьмем щит. Ух ты, ё.
Капец, но он-то сильнее меня всего-то там на копейки какие-то был. А как он больно сделал? Так, ну разберемся. Тут уж как-нибудь распетляем. Блин, ну капец. Слишком много урона наносил нам тот дракон, который всего лишь на 2 уровня был нас мощнее. И он не был даже легендарным, это какой-то бред. Так, у нас легендарный сундук. И ничего толкового. Ну, хотя бы божественных осколков хороших насыпали. И мы завалили за 1000, ребятки. Так, на этом я тогда с вами прощаюсь. Ребятки, участвуйте в акциях. Кстати, мы выполнили, да, задание наше. Так что будьте активными, ребятки. А я пошел ласкать дракона. Всем пока.